Алексей Владимирович Малков, тренер хоккейной команды «Ангел Сибири» 2023 года. Кто самый сложный соперник? Самый сложный соперник? Да, всем можно сказать сложный соперник. Казахстан, Омск. Омск. Я хочу сказать, новый тренер у них второго года. Я соперников, в принципе, сильно не знаю. Но знаю, что он сильная очень команда. И из Казахстана. На какое место рассчитываете? Хотим выше пятого. Как получится уже. В прошлом году 6-е заняли. Задача не ниже 5-го места.